Итоги саммита Организации тюркских государств мы обсудим с Султаном Раевым, генеральным секретарем Тюрксой. Добрый вечер, Султан Акимович. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в Астане. Саммит завершен. Вы довольны результатами его работы? Ну, я доволен результатом саммита, 10-го юбилейного саммита. Значит, главам наших государств приняты очень важные документы. Это не только касается тюркского мира, но и имеет, значит, вообще целый, значит, как говорится, касается и ко всему миру. Тюркский мир сейчас дает тон вообще ко всему человечеству, миру. Поэтому то, что сегодняшний посыл, принятый в Астане, имеет огромное значение. Как вы планируете работать в дальнейшем? Ситуация в мире сейчас нестабильная. Вы знаете, действительно, сейчас мир переживает очень трудные времена. Значит, и везде, всюду очаги напряженности. Но во всей истории человечества культура и искусство была как бы спасителем вот этих конфликтов, потому что культура имеет огромное значение. Для нас культура была вот для тюркских народов, для кыргызов, для казахов, культура являлась как бы стержнем духовности. И поэтому сегодняшним вызовом есть только одна альтернатива – это культура. Если мы будем, значит, в области культуры сотрудничать и дальше развивать, значит, у нас не должно быть всяких конфликтов. Да? Тюркский мир носит такой объединяющий силу, не разрушающий, а объединяющий. И испокон веков Средняя Азия, Казахстан была как бы центром значит, духовности, культуры. И мы имеем очень богатое наследие наших предков. И наши предки особо ценили мир, добра. И, значит, поэтому это мы живем по этой философии, да? Да, я поняла. Да. Я хотела бы еще сказать нашим зрителям, что, может быть, если вас не узнали, я представила вас только как главу Тюрксой, кем вы являетесь полтора года, да, в последние полтора года. Но Султан Акимович Раев, конечно же, известный кыргызский писатель, драматург, и вы долгое время являлись еще и министром культуры, да, Республики Кыргызстан. Вдвойне приятно с вами встретиться сегодня. А скажите, какие вот конкретно мероприятия Тюрксой планирует в ближайшее время? Мы, значит, вот, допустим, мы много мероприятий провели. И, конечно, для нас самая главная миссия Тюрксой – это интеграция через культуру, сближение через культуру. И тюркский мир миссии понимает о том, что нам нужен мир. И цена мира для нас очень дорог. Духовность спасает нас. Как говорится, как говорил Достоевский, красота спасет мир. Да? И духовность, культура была и остается как бы спасителем наших народов.